Еще одна марка, о которой бы мне очень хотелось вам рассказать, это также профессиональная марка. Марка называется «Доктор Себа». Эту марку создал французский известный врач-дерматолог. И марка «Доктор Себа» известна тем, что концентрация полезных веществ в ее продуктах очень высока, собственно, чем и обусловлена достаточно высокая цена этой марки, потому что из тех марок, которыми я пользуюсь в своем домашнем уходе, из моих любимых марок, это одна из самых дорогих марок. Линейка ее продуктов не очень большая, к сожалению, все я попробовать еще так и не успела. К тому же большая часть продуктов марки Доктор Себа направлена именно на решение антивозрастных проблем, которые меня, к счастью, еще активно точно не коснулись. Но знакомство с этой маркой состоялось. Достаточно давно о ней слышала много и много хорошего. В прошлом году появилась возможность купить ее без достаточно серьезных наценок. Купила несколько продуктов, которые очень понравились, которым в этом году вернулась еще раз и о которых с удовольствием вам расскажу. Один из моих самых любимых продуктов марки Dr. Seba – это вот такая вот Serum Repair. Это сыворотка, сыворотка концентрированной гиалуроновой кислоты и коллагена. Сыворотка потрясающая. Здесь объем 20 мл. Для данного объема сыворотка стоит очень-очень недешево. Но могу сказать уже по своему опыту, я второй раз данной сывороткой пользуюсь, что деньги точно не будут потрачены впустую, что сыворотка действительно работает. Это сыворотка вот в таком вот стеклянном флакончике с дозатором, чтобы вы могли нанести непосредственно столько средства, сколько вам надо. Средство прозрачное, полужидкое, не маслянистое, не липкое. Наносится на кожу подушечками, массажными движениями на те зоны, куда вы хотите нанести эту сыворотку. Моментально впитывается, не оставляет, естественно, никаких жирных следов. Вообще, в принципе, никаких следов не оставляет. Увлажняет и запускает механизмы регенерации, механизмы обновления, механизмы молодости. Я использую эту сыворотку в качестве месячного курса один раз в год для того, чтобы поддерживать то состояние моей кожи, которое мне нравится и которое меня устраивает. Одним из бестселлеров Доктор Сева являются вот такие вот 5 колб. И это Pure Vitamin C Powder Cream от Доктор Себа. Это очень известный продукт. В любви к этому продукту признавались достаточно большое количество и профессиональных косметологов, и дерматологов, и, в принципе, известных лиц, актеров, ведущих, publicity. Чем хорош этот порошок? Тем, что здесь витамин С находится именно в порошке. Витамин С – один из самых нестабильных витаминов, поэтому идеальный вариант использования витамина С – это его нахождение вот в таких вот колбочках в виде порошка, когда вы можете нанести и добавить этот витамин С непосредственно к вашему базовому дневному увлажнителю в той пропорции, в которой вам надо, и тогда, когда вам надо. Как я это делаю обычно? Сейчас я использую Доктор Себа в качестве курса, я использую Serum Repair в качестве моего ночного основного продукта, и я использую Доктор Себа Pure Vitamin C в качестве концентрированной добавки для моего каждодневного утреннего увлажнения. То есть я добавляю немножечко этой пудры в свой дневной увлажняющий крем. Сразу могу сказать, что Pure Vitamin C упаковка очень недешевая, но при этом действительно экономичная, потому что, как вы видите, в упаковке 5 колб. У меня в руках одна, я ее использую уже больше месяца. Вот, собственно, здесь на дне еще осталось что-то. То есть, в принципе, данной упаковки хватит на достаточно длительный период и как минимум на несколько курсов, если вы будете применять данный препарат курсами. Как я использую данную позицию? Я беру мой увлажняющий крем, выдавливаю на ладошечку капельку с горошину и насыпаю небольшое количество пудры рядом. Потом беру две ладошки, соединяю, вот так вот перемешиваю, и тут же, пока все это не впиталось, потому что впитывается очень быстро, наношу на лицо легкими похлопывающими движениями, опять же, по массажным линиям.
для того, чтобы это все впиталось. Что дает витамин С? Витамин С это, собственно, основной витамин молодости. Он, с одной стороны, заряжает кожу энергией, дает, добавляет ей свечение, плюс витамин С помогает осветлять ту пигментацию, которая уже есть на вашем лице, придает коже более здоровый сияющий вид. Также витамин С используется для того, чтобы продлить жизнь вашему загару, поэтому если вы загорели и хотите, чтобы загар на вашем лице и на зоне декольте оставался как можно дольше, то, собственно, смело добавляйте витамин С к вашему каждодневному утреннему ритуалу, и с таким уходом ваш загар на максимально длительный срок останется с вами. Также доктор Сева предлагает пудровые концентраты в линейке Breakout, в которой в одном наборе подобные же, как в Dr. Seva Pure Vitamin C, вот такие вот ампулки. У меня их осталось 4, потому что одну я уже использовала. Если в Pure Vitamin C порошок белый, то здесь порошочек нежно-розового цвета. И есть крем в наборе, баночка, если я не ошибаюсь, 50-миллилитровая, в которой также находится крем нежно-розового цвета. По идее, данный порошок добавляется в соответствующий крем перед нанесением, смешивается и наносится на лицо. Так как крем у меня закончился достаточно быстро, а порошок остался, я периодически спокойно добавляю его в любой из своих базовых увлажняющих кремов. Если мне надо бороться с высыпаниями, если мне надо подсушить или подлечить какую-то зону, и, собственно, все это вместе работает. Буду ли я еще раз покупать порошок Breakout? Пожалуй, нет. Работает, но не настолько, чтобы ах. Буду ли я еще покупать Dr. Seba Pure Vitamin C? Пожалуй, да. С удовольствием, если будет возможность, я еще раз куплю, потому что это та позиция, которая действительно работает и которая с удовольствием пользуется. Что еще есть Dr. Seba? В Dr. Seba у меня есть еще вот такая вот пенка очищения. Это тоже пенка из линейки Breakout Foaming Cleanser for Oily Skin. Здесь объем 100 мл, это пластиковая баночка с крышечкой и, собственно, с дозатором, на который вы нажимаете, и который вам уже пенку в готовой консистенции, собственно, выдает на вашу ладошку, чтобы вы ее могли массажными движениями наносить на ваше лицо. Эта пенка мне очень нравится, я с удовольствием пользуюсь. Она мягкая, она не раздражает, увлажняет, она очень хорошо очищает. У пенки цена вполне доступная. В принципе, линейка Breakout, она одна из самых дешевых линеек Dr. Seba, потому что, как я уже сказала, основной упор Dr. Seba делает именно на антивозрастные позиции, на решение антивозрастных проблем. Как вы понимаете, все антивозрастные крема, они значительно дороже, чем крема по уходу за молодой кожей или за кожей 30-35 лет, просто потому что там уже совершенно другой состав. Также в Dr. Seba я пользовалась кремом для глаз, он называется Eye Expert, туба 15 мл, тоненькая такая баночка, также вот с дозатором. Вот то же самое, только маленькая и тоненькая. Eye Expert мне очень понравился. В Dr. Seba есть два варианта. Две позиции по уходу за глазами. Одна есть просто Eye Expert, вторая позиция по уходу за глазами, которая борется с припухлостями. Ну, так как припухлостью под глазами я точно не страдаю, то вот Eye Expert меня вполне устраивал. Попробую в ближайшее время его еще раз найти, если у меня получится. Стоит ли Dr. Seba той цены, которую за нее просит? Я думаю, что стоит. Во всяком случае, позиции Serum Repair и Pure Vitamin C, они действительно работают, проверены на себе. Их можно использовать уже с возраста 30-35 лет, использовать активно, чтобы ваша кожа сияла, чтобы она выглядела ухоженно, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Как можно позднее начинали побегать к использованию различных инъекционных процедур.